школе номер 250 Кировского района провели урок мужества. Его приурочили к 23 февраля, Дню защитника Отечества. Постигали науку ребята и за партами, и лежа с винтовками, и даже в спаррингах с настоящими спецназовцами. Пожалуй, для ребят это был один из самых интересных моментов праздника. Тут и драка, и стрельба. И короткая лекция по самообороне, в том числе для девочек. Затем ребятам разрешили взять в руки уже настоящее боевое оружие. Его принесли на урок воспитанники Центра допризывной подготовки «Флагман». Подготовить такую разнообразную праздничную программу коллективу школы было непросто. Поговаривали в том числе с родителями, спецсоставом, потому что не все дети могут выдержать даже звук выстрела. К сожалению, дети настолько нежные стали, что даже стрелять холостыми очень страшно. В итоге все остались довольны. Многие из учащихся здесь школьников собираются пойти в силовые структуры. Некоторые мечтали бы пойти, но жизнь сложилась иначе. Очень хотел сильно, потому что, наоборот, мне нравится эта профессия, помогать людям, спасать их. Вот у меня отчим МЧСником работает, был, точнее, служил там, он помогал всем. То есть, и мне очень нравится эта профессия. После 9-го я ухожу на машиниста метрополитена. Сначала я, естественно, пойду в армию. Во-вторых, а дальше я уже не знаю, смотря как жизнь сложится, если меня возьмут куда-то, по контракту или что-то, я не знаю, то пойду дальше уже по военной стихии, если получится, если меня возьмут. За партами, конечно же, тоже пришлось посидеть, но не так долго, как обычно, и информация тоже отличалась от стандартной школьной программы. Говорили о долге, о чести, о достоинстве, политике и исторической правде. Дети в любом случае должны иметь и историческую память, и совесть, и навыки для дальнейшей практической своей взрослой жизни. Лично я считаю, что бы они ни делали, они должны делать хорошо, качественно, и пускай они делают это во благо своей семьи, своего города, своей страны, своего народа. День защитника Отечества в школе отмечается традиционно, ведь здесь находится музей боевой славы 12-го гвардейского трижды краснознаменного ордена Ленина Красносельско-Павловского артиллерийского полка. В нашей школе в 1975 году был образован музей боевой славы. Музей имеет сертификат. Мы чтим и продолжаем традиции. Военно-патриотическое воспитание – это одно из направлений воспитательной программы школы. Завершил насыщенный событиями день традиционный праздничный концерт.